Я вообще не верю в концепцию, ну, конца света. То есть в христианстве он будет второе пришествие Христа, но я это не связываю как-то с апокалипсисом, там, с падением метеоритов, со взрывами и так далее. То есть это конец света может быть духовный какой-нибудь, но никак не физически в том плане, что там все сразу... Ну нет, это бред. Конец света, нет, это только надуманное дело. Это все такая ерунда, мне кажется. Мне кажется, об этом только говорят те, кому делать нечего. На этом делают хорошие деньги. На этом слогане «Конец света» делают огромные большие деньги. Я это понимаю. Мы собираемся послезавтра вечером играть «Что, где, когда». Мы собираемся выигрывать, если будет «Конец света», но это очень поломает наши планы, понизит нашу самооценку, и ну, я думаю, что не очень уместно. Прекратите это безумие, но нельзя ж, когда Тальков пел, вернусь в страну, но не дураков же. На мой взгляд, есть вероятность, она высокая. Дело в том, что я фильмов слишком пересмотрел всяких, наверное, можно сейчас привести название, все понимают, какие фильмы. Может быть, так получится, что я 21 числа один... А еще хуже, если не один, а с одним человеком останусь в офисе. Если связь оборвется, я ни с кем не могу попрощаться, потому что я увижу, это офис. И хуже еще, если это еще вот один сотрудник. Нет, не верю, потому что никто не знает, даже ангелы небесные, знает один Господь Бог. Жить надо сегодняшним днем и просить Бога, чтобы завтра тоже встать и работать дальше. Условно говоря, любая вера – это удел людей слабых волей, духом и так далее, которые отказываются поверить тому, что человек – это всего лишь существо материальное, да, и поэтому они выдумывают себе разного рода пророчества там, и так далее. Вот. Поэтому им кажется, что человек – это что-то большее, и мир – это что-то большее, чем они видят вокруг себя. Вот. Поэтому они выдумывают разного рода глупые пророчества и так далее. Я не верю в конец света, я верю в то, что конец света наступит на следующий недели, в день моего зачета по дизайну. А вы видите в конец света 21 декабря? А я кое-кого попросил, чтобы этого не было.